А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать канал Вайтера. Здесь ты сможешь найти игру в Майнкрафт, а точнее мини-игру Build Battles и также обзор без модов, только с одной командой. Поэтому если ты заинтересован, то ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем проходить карту под названием 11 испытаний песчаника. Кто помнит, мы уже прошли 22 испытания призмарина и 22 испытания кварца, это финальная часть. Поэтому, ребята, за это тоже поставьте отдельный лайк. Но все же, если мы сегодня наберем 700 лайков на вот этом видео, то я обещаю то, что завтра выйдет прохождение какой-то следующей карты. Я увижу то, что вам нравится подобная рубрика, я сразу же побегу искать следующую карту для вас. И вы знаете то, что если лайки мы наберем, а на следующий день серия не выйдет, то вы будете иметь полное право написать мне ВКонтакте, что чтобы, во-первых, я вас добавил в друзья, во-вторых, сделал вам подарок, и, в-третьих, расписался у вас на стенке, на вашей стенке, и я буду просто-напросто не вправе вам отказать. Также не забываем оставлять комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками. Кто не верит, тот может проверить, оставить комментарий под этим видео и увидеть то, что я на него отвечу. И последнее, что самое главное, ребята, не забываем подписываться на мой канал. Я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому я бы прям тебя хотел попросить подписаться. Я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, сейчас сразу же приступаем. Но перед этим я одену наушники, вдруг там будут, я не знаю, какие-то испытания, что нужно будет что-то слушать. Но все же, ребята, мы сразу же приступаем. Начинаем вот сюда, нажимаем, чтобы начать. Так. Фух, нужно разместить на золотом, на железном блоке, да? Сейчас нужно сломать песок, это поднять, это у нас опять, ага, разместить на эндстоуне. Так, это нас сюда переместилось. Сейчас нам, наверное, сюда нужно сейчас. А, ну все, вот мы прошли, ребята. То есть мы первое испытание, наверное, прошли. Это нам нужно сейчас сломать сэндстоун, чтобы пройти дальше, да, ребята? То есть в каждом прохождении есть вот, твою мать, есть подобные испытания. Это, ребята, финальная карта. Но все же мне вот такой тип карты, если честно, даже очень сильно нравится. Если разработчик все-таки не забросит это дело, то будет дальше выпускать такие крутые карты. Потому что они реально мне очень даже сильно нравятся. Но, к сожалению, это последняя. Это его вроде первая карта, то есть самая простенькая. Призмарин — это его вторая карта, а кварц — это его третья карта. А это его первая карта, ну, того разработчика. В принципе, ссылочка, ребята, в описании, вы можете... Ага, вот. Вы можете зайти и скачать эту карту в описании и сами ее попытаться пройти. Так. Это что тут? Это что тут? Ага. 3-1-2. 3-1-2. Это, в принципе, очень даже... Place on the cracks. Ага, stone bricks. Нам нужно это все разместить сюда. У меня какие-то лаги были или сзади меня... Ребят, я, походу, накурился. Не знаю, мне показалось, что сзади нас вода какая-то появилась. Не знаю, наверное, реально меня уже плющит. Выстрели в центр цели. То есть сюда... Это все? Не входи, секрет. А мы нарушим ваш секрет и войдем. Наверное, сюда, да? Потом... Наверное, сюда. Отсюда мы выйдем и вот сюда. Мне кажется, это будет очень, ребята, даже... даже просто, потому что... Stone Bricks. Это сюда, это сюда. А, понятно. Это очень-очень и очень маленькая карта. То есть 11 всего лишь испытаний. Так, давайте опять сюда-сюда-сюда. 11 всего лишь испытаний. Поэтому эту карту, ребята, мы пройдем где-то за 5 минут. То есть видео будет, в принципе, не таким уж и долгим, если честно. Вашу мать, куда нам идти? Так, сейчас. Ну, так мы сейчас тут находимся, а сейчас нам сюда. Что за хрень это вообще было? Так, сломать алмазики. О, все мы любим ломать алмазики. А что нам нужно? Diamonds. Ну, это понятно, что нам нужно сломать алмазы. А что нам тут нужно найти? То есть, какой-то, я не знаю, рычаг? Все.
скорее всего, или просто-напросто проход в какую-то другую комнату, проход будет вот... Нет, его тут нету, ребят. Вот тут, наверное. Все-таки вот... Да, вот, вот, как обычно. Да, мы нашли. Призмарин Диггер Хаппер. Так, это нам что нужно? Шутс панч. Выстрели в губку. Губки тут никакой нету. Place on gold. Ага. Шутс панч. Сломай призмарин. И это поставить кол блок. Все? Ребята, 5 минут прохождения карты. Я даже не знаю. Ну, эта карта, в принципе, для детей. Я согласен, эту карту, в принципе, очень даже можно быстренько пройти. Но не зря же сегодня выйдет 2 видео. Да, ребята, второе видео выйдет ближе так к вечеру, около 5 часов по Москве. Поэтому, ребята, оставайтесь. Поэтому вот это видео такое короткое. Я думал, эта карта хотя бы будет, ну, на минут 10 минимум. Но оказалось, что она, если честно, намного еще меньше. Поэтому, ребята, все-таки не обижайтесь. Я просто-напросто хотел завершить цикл прохождения этих карт. Потому что этих карт всего лишь 3. Ребята, что самое главное, я бы очень сильно вас хотел попросить. Очень сильно даже вас хотел попросить. То есть, знаете что? Вы же мои подписчики, если вам нравится прохождение различных карт в моем исполнении, чтобы карты выходили, да, в принципе, каждый день, я для вас буду, ребята, делать даже каждый день, чтобы карты выходили каждый день, я хочу вас попросить помощи, потому что я хоть ищу карты, но, может, вы знаете какие-то другие карты, может, вы знаете карты, которые вы давным-давно уже прошли, может, какие-то крутые... Карты, о которых вообще никто не знает, но они на самом деле крутые. Я буду очень сильно рад, если вы мне предложите пройти какую-то карту, потому что вы будете делать со мной мою же работу, то есть вы будете со мной искать карты для прохождения. Поэтому, ребята, в описании, вы сейчас зайдите в описание, я для вас скину ссылочку, куда вы можете перейти в соответствующую тему и предложить вашу карту на прохождение. Я рассмотрю, действительно ли эта карта стоит того, чтобы ее пройти вместе с вами. Если да, то я, во-первых, буду очень благодарен тому подписчику, который предложит мне карту. Ребята, ни survival, ни паркур, ни дропперы. Я люблю проходить карту, которая занимает 1-2 серии. Поэтому... Предлагайте, ребята, да, я просто-напросто даже напишу в видео имя того подписчика, я вот, например, сейчас так скажу, там, спасибо там какому-то Евгению Петросян, я не знаю, почему Петросян, просто в голову, что первое пришло, там, Евгений Петросян, что предложил мне эту карту, я прошел его карту, ну, не прям его, а ту, что он предложил. И также, ребят, вы просто-напросто мне поможете в поисках. Я буду очень сильно этому рад. Ребята, ссылочка в описании. Также не забываем оставлять лайки, ставить лайк. Если мы наберем 700 лайков, то я вам обещаю то, что завтра выйдет прохождение какой-то другой карты. Я вам, ребята, просто-напросто обещаю это. Честное слово. Если нет, вы знаете нашу мини-игру. Я вас добавлю в друзья, сделаю вам подарок и также распишусь у вас на стенке. Не забываем оставлять свои комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками. Если ты не верующий и ты думаешь, что я с тобой не буду общаться, попробуй оставить комментарий под этим видео, увидишь то, что я на него отвечу. И последнее, самое главное, не забываем подписываться на мой канал. Я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому я бы даже тебя хотел попросить подписаться на мой канал. Я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.